Так, ну что, давай, нажимаю, тыкать. Да, я уже, давай, нет, ты, нет, ты не туда. Нет, стой, нет, подожди, стой, я сейчас... Там дверь можно открыть, взломать, открыть. А, я, ну, что, давай, я что нам? Не-не-не, я сейчас... Дай попробовать, дай взломать. Я плакаю, все. На тебя обиделся. У меня такое мясо просто, ты бы видел. У меня 4 отмычки осталось. Дай взломать, сволота! Да тут ничего нету. Чего там ничего нету? Там часть задания. Нет, в двери нету ничего, которую я взломал. Я вообще туда поднялся или не туда? Ну, ты ко мне должен был подняться. А зачем ее было надо взломать? Не знаю. Чтобы закрыться, наверное. Ладно, очки ловкости. Ждать других игроков. Сейчас я... Ты собираешься? Да, иду. Да, иду, иду. Я отмычки делал. God. Jade! Jade! Что будет со Скорпионом, если вырвать у него жало? Приходи, узнаешь. Troy, this is Crane. Ryza's taking Jade. He has her in some museum somewhere. Do you know what he's talking about? Museum, yes. Ryza's using it as his headquarters. Crane, you can't go there. That place was built as a fortress. You'd be walking into a massive trap. No. It's not subtle enough to be a trap. But there's got to be a way to sneak in, right? I mean, some way to surprise him? Let me think. Tariq, maybe? He's the museum's curator. He should know something about the dungeons hidden beneath the fortress. Great. I'll talk to him. All right. There's a building with a rooftop garden. You'll find Tariq there. Okay. And listen. Okay. If you get the chance, find yourself some new weapons. You'll need them. Слушай, откуда она узнала, что у меня кота не трындец? Логично, наверное. Это разработчики понадеялись на то, что мы будем с катанами бегать. На самом деле я хочу добраться до дома, до какого-нибудь нашего. И поспать. И нет, не поспать, а заменить свое оружие. На новую катану? Угу. Продать. О, у меня есть еще кое-что получше. Великолепное охотничье мачете. У него урон 504 без улучшений. Нормально. У меня 450. Вот-вот и я о том. Так, паладин. Наемник. Блин, я даже не знаю, что поставить. Храмовник, наверное. А ведь совсем недавно я говорил, что нам не хватает денег. О, нет, у нас нет денег, что нам делать? Даже на патроны я не мог накопить. Да-да-да, я помню. Так, а что за синяя метка? Твоя метка? Да-да-да. Так, что мне не хватает? Слушай, мне 4 травы где-нибудь надо быть. Может, я тебе скину? А у тебя есть трава? Сейчас посмотрю. Ну, скинь, если можешь, я тебе прям трындец. Трава. Простая трава. Просто трава. Я понял, что не спайс. Просто трава. Алкоголь, аэрозоль, батарейки. Так, жестянки, марля. Подводные водоросли? Нет, просто трава. Трава. А, у меня две. У меня две. Давай. Лучше, чем ничего. На. Надо, кстати, посмотреть, а есть здесь вообще где-нибудь трава на карте? Ой, я эскейп зачем-то нажал. Простая трава где-нибудь. Грибы вижу. Я вижу лишайники. Водоросли. Я вижу трава. Да, там я тоже вижу траву. Но до нее далеко идти. А нет, есть снизу дрова еще. Дрова. Короче, вот здесь трава растет. Ну, давай заодно насоберем. Здесь ближе. Где? Вот здесь. Где? А, ну да, кстати. Трава маршрует пересвинчик. Маршрует. По маршруте ли давай? Ладно, ребят, ну, как всегда у нас будет... Такого плана миссии нет, тренди! Я выжил! У тебя сигналки стояли вместо... Да-да-да! Я такой, типа, я лечу, Джерой! Потом, твою мать, я действительно лечу! Крейн, Крейн, это Тобайес.
I've got a new workshop set up here in Old Town, and I've made massive progress on my machete. You've got to see it. You've just got to. So come and visit me, okay? Okay. Turn down for what? Так. Вот трава, я даже вижу первые ее отростки. Вот, ты тоже ее собирай, кстати, ну, потому что она пригодится, на самом деле. Тебе требуется минимум 4 штуки. Для чего? Для самого, как я понял, веселого на данный момент этого. Эликсира? Не-не-не. Я думал, для веселящего эликсира. Ну, короче, тут есть такой яд, я так понял, что он один из самых сильных на данный момент, он рыжий. Накладывается на оружие. Рыжий яд. Мне сразу вспомнился рыжий ап. Да, было такое у нас в детстве. Нифига тут травы. Да, что-то мы тут прям... Тут вообще укуриться можно. Ну, это все мысли об одном, еще про меня что-то говорят. Все, вроде травы больше нету, да? Да, нифига себе, до сих пор собираю. Ну, я собрал не знаю сколько, но сейчас скажу, сколько у меня ее. Трава. 26 штук. Хрена. Ну, у тебя еще было. Ну да. А я собрал... Ну, 26 минус 3, 23 штуки я собрал. 26 я собрал тоже. Вот, у меня теперь урон у мачете, знаешь какой? Знаю, нет. Так знаешь или нет? Нет. Знаешь, как я знаю? Нет. Ага, шутник прям. Надо-то. Вот, 636. Нормально, вообще нормально. Вау, слушай, оно офигенное просто. Красивое? Оно шикарное, да, прям офигенно выглядит. О, кстати, 8 штук получили. Ночной выживший незамечен. 4К опыта. Смотри. На узоры. Нормально, ага. Офигенно выглядит, ну, на мой взгляд. Ха-ха-ха-ха. Смотри, он вспыхнул. Лежать. Умирать. Так, ну чё, бежим задание. Какой классный столбик. Это, бородой своей зацепиться. Хочу себе такой, да? Так, бежим по заданию, да? Борода, я скажу тебе да. Чувак, как тебе стыдно. Ты даешь бородатым мужикам ответ да. Кончите. Ай, что ж тебя все время мутить приходится? Спасти кого-то можно по пути. Ну, спасешь? Да, спас. Хорош. Это все, что мы имеем. Это твое. А, нет. Что такое? Да я упал. Немножко. Короче, ты видел, да, ведь прикол, если с катаной падать на зомбака, да, он может, его протыкает, да? То он может его проткнуть. Давай, находимся рядом с этим. Сейф-зон? Да. Пробуем его захватить, что ли. О, смотри, трудный взлом. Там фиолетовая штука какая-то лежит. Только взломаю, я прикроюсь, чё. Так там тут говно бежит. Эх, почти. Изи. Прям изи? Замечательно. Катана. Такой замечательная мачете. Мне катану. Такую же, как и у меня? Не, простую катану. Так, где у нас вход вопрос? Пошел ты. Ну, ай. И оба упали, как идиоты. Я вижу вот тут вот какое-то... Тихо, я же просил в окно залезть. Что ты делаешь? Что ты? Почему ты? Молчи. Фига, он бомбанул. Да, кажись, я прав. Нам зачистить зону надо.
Тихо. Ты пока там защищай, я тут что-нибудь посмотрю. Да, я кассу только что зачистил. Так, все, я. Вау! Рубильник, я рубильник включил. Сейчас мне тут рубильник включили. Твой рубильник тебе повернули. Да. А твоего меча такой. Да-да-да. Такой я силач, смотри, такой. Все? Да, хорошо, а мы-то как сюда будем попадать? Так же, как и это. Не, я только что закрыл это окно. А, ну значит где-то есть. Не, просто. Ладно, пойдем на задание. Хорошо сказал, дружа, а выйти-то как? Не знаю, найдем. Вот здесь выход. Пойдем, главное. Тебе еще понравится то, что я надену. Оу. Такой мужик просто. Так ты, блин, хорош крутиться. Нормально, нормально, да. Так. Ага, вот выход вижу. И что это такое? Я тоже так умею. Стой, дай мне. Блин, я все хотел попробовать. Они в курсе, что мы без оружия? Да, они нас вроде тоже как бы не бьют. Ты, кстати, не убил того. Ты. Помогай, там можно это. Не спасли мы его, да? А, ну молодец, ты его убил. Что я его убил? Просто я пришел спасти человека, этот взял его убил. Ну, нельзя, наверное. Убивать, да, нельзя, ты прав. Нет, скорее всего, это не я убил, потому что это... Нет, он электричился. Вот потом... Ты своим электричеством поаккуратней маши. Ну, это... Нелепое стечение обстоятельств. Того, что я люблю убивать, да? Здесь это самое... Заберем груз? Да забей. У нас еще много шансов будет забрать груз. Мы по миссиям бегаем же теперь. В основном. А груз это так. Это ответственность. Ну, как хочешь. Я, короче, забираю груз. Я даже не стал этого убивать, а просто в наглую его забрал и все. Вот же ты жопа с ручкой. Если у меня сейчас там груза не будет, я тебе потом оторву кое-что. Ну, знаешь что? Ногу. Где груз был? У меня он здесь. Не отображается теперь. Здесь. Где здесь? Ну вот здесь, где я стою. Вон ящик, вон ящик. Взял? Да. Ну тебе повезло. На тебе камни. О, нифига, он меня вымер просто. Я не могу тебя поднять. Я в курсе, он меня полностью... Пришел за грузом, называется. Загрузился по полной. Так. Короче, на самом деле, ладно, я побегу сразу к месту. Давай, я догоню. О, там еще груз. Хорош, чувак, пошли. Блин, ну я бы забрал. Ну потом, они, их полно будет еще. О, трава. Тут трава растет, прикинь. О, сейф-зона. Ой, я оглушил. Пойду пока активирую сейф-зону. Че, пленников можно спасти? Все, иди сюда, быстрее, 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 помогай мне. Пленников? Пленников, что-что такое? А, пленников? Блин, не пленников, послышал. Убей. А, нежданчик, да, со спины? Где он ноет? А, вот он. И как мы оба... А, все. Эй, братюнь. Вставай. Не плачь. Не плачь. Будь мужиком. Их было три, а не два. Ну? Награда Джиггернаут.
Клинок и жестяная банка, это важно. Чё, пойдем быстро на всякий случай здесь зачистим зону. Пойдем. Это... Ладно, я вниз прыгаю. Я выбил ему левое ребро. Не спрашивай, как я узнал, что это именно левое ребро. Я толкаю локтем. Так, ладно, иди быстрее к этому. Слышь, захватывай точку, а я пойду вот к чуваку. Пробую его спасти. О, не, я не спасу его. Воу-воу-воу, что это было? А. Летай, тварь! Что ты никак не это, не захватишь, что ли? Нормально, нормально все. А чё ты так долго-то? Так, ну, зону зачищал. Окей. О, тут какая-то миссия. А, нет, все. Так. Мачете. Ну, катану можно положить, она мне уже не нужна. Немецкий пистолет, в принципе, тоже можно положить. Усилители нахрен выбросить, они меня... Тебе надо усилители? Усилители? Да. Дать? Дать? Нет. Уверен? Да. Не один хп, чувак. Я труп. Оу. Пошла ты. Да ты на меня! Ты на меня! Да я к тебе кошкой за это притянусь. Пока зачистить зону с грузом. А, или нет, найдите музей. А где у нас музей? А, так мимо него уже пробежали. Ну так я зону зачистил, так что если что, беги сюда. Угу. Только ящик сам открывай. Херобуст! Ну где ты там? Бегу. Бега. Пика. Какой ящик? Ну вон зеленый ящик. Вот. Зеленый такой. Машете. Открыл, да? Да, открыл. Почти. Все. Сейчас. Все, открыл, да? Что такое медленный? Та-дам! Машете. Ладно, пошли на миссию. Гдых. О, у тебя есть сделка со мной, да? 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 Ну, что у тебя есть? Полуторный меч? Все, да. Охренеть, замечательный античный клеймор. Клевец, точнее. Он, короче, прям вообще жесть какой мощный. У него 600 атаки. Я его себе куплю. Ткани бегуна по 2,5 штуки он продает. Покупает, в смысле. Так, продать. Усилитель выносливость, ну ладно, пусть будет. Так, мне ткани бегуна 2 штуки надо, чтобы на этот клевец что-нибудь повесить, интересно. Надо? Сейчас я посмотрю, нужно ли оно. Ну, можно ли вешать. Холодное оружие один. А клевец это холодное оружие. Не, одну штуку даже. Подводные водоросли. Подводные водоросли? Одну штуку. Да. Спасибо. Должен будешь. Да, я должен тебе
не помню что и не помню что. Много ты мне чего уже должен. Слушай, я должен тебе не помню что и не помню что. И в каком количестве. И в каком количестве, да. Так. Так. Ну все, идем. Сейчас, ну я улучшу клевец свой. Хромовник. Вышибала. И беттер. Да. Итого у меня урон 742. Все? Мы как бы, нам как бы сюда? Угу. Так, ты не сюда. Брекен sent a messenger through. He had to go back anyway, so he just took Sammy with him. He'll be with his mom by tomorrow. Thanks, that's good to know. Так-то нам не сюда. Так-то я в курсе, но тут побочный квест. Побочный эффект. Требуются все умные люди. If you're looking for food, you've got to wait and get your rations like everyone else. That's not why I'm here. I'm Crane. I'm a runner. Anything I should be looking for out there? We're pretty much out of everything. Food, water, medicine. You wouldn't expect Old Town to be poorer than the slums, but it is. Got to admit, it makes me wonder about those rumors of a big supply cache hidden somewhere in the city. Too bad the one person who'd know if it's true is David Erdl. You can't get anything out of him. Where do I find him? Across town. He's not dangerous, he's just difficult. He's the former town clerk. And he can be extremely bureaucratic about things. Try not to kill him, but if you have to kill him, I'll totally understand. Все легко и просто. Не убивай, но если убьешь, тебя поймут. Рик, what do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Relax, Troy sent me. Troy? Thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. But I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq, you tell me how to get into the museum and maybe I can sort out your problem here, okay? Ryze controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator, and that if anybody would know a way in, it'd be you, so how do I do it? Do you have scuba gear, perhaps? No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so guess I'll give it a try. Если не получится, то увы. Да-да-да. У тебя есть Скуби-Ду? Нет. Скуби-Ду. Ну, он примерно так это сказал. Где? 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 Где я, чертеж? А, дай мне. Средневековье. Вековье средне. Блин, он зеленый, я столько зеленых вещей пропускаю иногда. В смысле? Ну, зеленый чертеж может быть. То есть, я его пропускаю иногда, ну, зеленые вещи, я их не поднимаю, не смотрю, что там. А рыжий ты чертеж побаще будешь? Рыжий чертеж будешь побаще, но зеленый это тоже классно. Where'd you find him? He just showed up. He barely talks, and when he does, he says some strange things. A lot of it is about someone named Mike. The only thing he had with him was this voice recorder. But this fella, Mike, it might be his brother. The kid says he left him behind. He asked me to go get him, but I don't think I can do it. It's too dangerous to take him with me, and I don't want to leave him here alone. Do you know where he lived? Dolma Street, Unit 11-2. Okay, maybe I'll check it out. Keep this recorder. Maybe it'll help you understand what happened there. Так, я думаю, сейчас может по этому заданию пойти как. За, против? Пойдем, че нет? Девушка. Ой, женщина, простите. Какие глазки игривые. Да, ты смотрю, завелся прям, да? Заискрился. Заискрился прям, да. Смотри-ка у меня клевец. Клевец? Где? Нафиг он тебе нужен? У него урон 800 почти. Вау, что так больно? Ой.
Я, кажется, чувака случайно тоже убил. Я ему башку спнёс. Ты ж слабо открыть с первого раза. А я тебя прикрою еще. Дай бог меня зацепит. Это месть за ту бочку. Шесть косарей опыта. Я тебя ненавижу. Я тебя тоже тогда ненавидел. Тогда тебя поднять можно было. Не каждый раз. Но это будет напоминанием, что не надо со мной играть. Ты злой человек, я знаю, да. Ты в курсе, что ты сейчас с этой... Нажимаешь себя, врага. Да. Пукан мой поджег. И фитиль медленно начинает догорать. Да я сейчас сам умру, так что не парься. Упили меня. Че? Че сделать? Че упили? Че сделать? Не слышу. Че? Хильнуть меня... тебя? Может тебя я наши... Я вообще-то это не говорил. Я говорю, что меня упили. Я как бы не говорил, что я... меня, мол, надо поднимать. Я сказал, что меня просто убили. Рядом с тобой машина, которая может активироваться. Да, потому что я ее активировал. Вообще-то я, ну ладно. Ну, и я. Я не знаю, кто из нас... Ты орёшь, как девочка. Груз внизу. Как же хорошо, что этот груз никто не поднимает здесь. А клевец, кстати, реально мощный. Ваншот сзади. Чё? Она чё, оттуда выбралась? Хрена зомби поумнели. Смотри. Бежи, Симо! Ох, как рвануло. Дважды. Нам еще выше. Такие, слышь, давай спайдермена, блин. Ох, ты видал? Нормально. Ты видал это? Я пнул, а ты на него накинулся. Да. Я в шоке был от этого. Нормально. Комбо. Причем у меня, кстати, реально круто получилось это сделать. То есть, ну, в смысле, это реально классно выглядело. Я его пнул, и тут же ты такой. Хуа! Он причем в него реально вонзил. Ну, да, я видел. Прям так жестко и четко. В башку. Да-да-да. В тупорылую, безмозглую башку, которую нужно... Да-да-да. Разбивать ногой. Так, у меня сматывается кошка, надо помнить об этом. Кошка сматывается, кошка. Я груз забираю. Кошка. Пойдешь со мной? Я когда уже убежал на 30 километров, ты мне такой, о, я груз забираю. Ну я просто нашел его. Ну вообще здесь легко. Здесь нету никого здоровых. Эй, пошла вон, лысая. Знаешь, я почему-то не уверен, что там их нету, и они там есть. Зачем? Не стреляй. Слишком палевно. Ой-ой-ой-ой! Сзади, Дэс. Что? Поднять? Что? Чё? Я не понял. Я говорю, что? Сзади. Такой мне ручкой еще главное помахал. Подними меня. Не понял, еще ниже, а где он? Внизу, я ж сразу пошел правильно, это ты как-то неправильно пошел. Тут затоплено все. Пошла ты. Я тут двух плевальщиков убил.
Ой, тут чертеж. Ядовитая жатка. Жатка? Жатка. Так, надеюсь на то, что ты меня прикроешь. Я его вскрыл. Слышь, мне чувак задержал дыхание. Смотри, здесь так много воды, я не смогу дышать. Я такой тупой, что не могу приподнять голову. Так, все. Надеюсь, мы добежим сейчас уже без груза. Такой, 8 косарей, я ненавижу тебя. Мои ноги. Так, у меня... О, краденые ценности, нормально. Сдохни, тварь. Ты тоже. У меня катана дает сбой. У меня катана ни разу сбой не давала. Ну, в смысле это самое. Умирает. А! О, кстати, по-моему, здесь не восстанавливаются больше эти грузы. Какие грузы? Ну вот мы подобрали груз, он больше не восстанавливается. Не понял все равно. Как он будет восстанавливаться? Ну, помнишь, мы 10 раз подряд там типа грузы нам сбрасывали. А здесь такого нету. Здесь грузы один раз только поход попадается. Ладно, би нажми. И жми би. Угу. Би. Там просто долго это. Прожатие. Пум-пум. Бум-бум. Так, фонарик. Тишина и спокойствие. Идем зачищать новое здание. Нет, интересно, здесь есть зоны? Нету. А может и есть. А может и нету. Ну, если еще попробуем вернуться. Ну, там вернуться-то точно можно. Я нашел записку. Я нашел отмычку. Я нашел птичку. Че, будем выпендриваться, кто нашел их больше, да? Я нашел две отмычки. Ха-ха! Я нашел энергетический батончик. Ой, я нашел мачете. Я еще отмычку нашел. Я нашел халву, изоленту и клинок. И все это в одном месте. Бухло. Я... Батарей. Я нашел $19. Так, а что нам вообще найти-то надо? Нам нужно найти этого чувака, который где-то здесь. А, так вот квартира 2. Иди сюда. Тогда погоди. Мы можем здесь много еще чего находить. Там записка наверху. Угу. Ты что, я даже не заметил. Марли куча лежит. О, кстати, дверь тоже можно открыть, походу. А, отмычка! Еще одна! Да мне везет как богу. Тут странное. Божественное везение. Печенька! Понял, у тебя вот нету печеньки, а у меня есть. Так, все, наверное, я думаю. Может, ничего интересного, в принципе, нет. Я нашел отмычку рядом с унитазом. Это ты пытался очков взломать. Опять тебя пикать. Опять меня пикать? Пикать, да. За что? Просто так. Люди будут такие, а что он сказал? А где квартира 2? Я сказал бачок. Че, все нашел? Проспылерил людям, что ты сказал бачок. Зачем? Он тут, нет? Ого. Хлава. Хлава. Let's see what this says. Какую эту? А? Detective Julian and his assistant begin their search for the missing person of Dolma Street. Oh, come on, you have to help me. Dad's been out all day. Come on, we're going to find him. Девочка. The missing person of interest went out very normally to get some food, only to become missing under mysterious circumstances. Detectives Mike and Tom Dooley are sent to look for clues in the other apartments.
Майк и Том Дуду. Видишь? Это Майк. You were playing detective. What happened next? Что случилось дальше? Так, улики в квартире. Turn down for what? Так, это бухло считается за улики, нет? Нет, видимо. Жаль. Так, у нас нет карты. Мы нашли две из... Обыщите другие квартиры. А, мы задание не поняли. А мы вроде все квартиры обыскали, нет? Flat number 3 is locked. Maybe the strange man who lives there has seen something, or maybe he saw too much. We will interrogate him later. Hey, where are you going? Wait for me. Detective Julie's partner has left the area of investigation, no doubt in pursuit of some clue. It appears that he's gone down to the basement. I'm following his lead now. Пойдем в подвал. Только погоди, давай смотрим остальные квартиры. А, блин, теперь не разрешают. Надо было... Или, наверное, просто случайным образом в любую заходишь. Жди меня, у меня просто не отображается карта. Не отображается вообще. Я думаю, что отображается. Я нашел батончик! Окей. Каждому свое. Телевизор собираю. О, вот. 42 дюйма. Майк, are you here? Майк, is that you? Тихо, только дальше не ходи. Блин, попросил же. Он взял, вырубил запись. Блин, это очковок. Походу я... Кровавая рука. Найдите ключи от подвала, сейчас жди здесь, я сейчас, я знаю, где они лежат. Что-то мне очково, тебе нет? У меня что-то как-то это, в груди, знаешь, все сжимается. Такое чувство, что сейчас что-то произойдет. По-моему, у тебя не в груди сжимается. Не, там у меня все нормально. Там уже давно все сжалось. Там уже сжиматься просто некуда. Ниже некуда. Так, сейчас, погоди. Сейчас приду. Бегу, мужик, бегу. Смотри, открываю. Jesus. Опять собаку. Майк! And that was Mike. Собака, что ли, это Майк? Да. Оу! Мить! Воу! What the? Это было... Case closed. Чертеж. Это было близко. Молот богов. А я, кстати, подобрал у него, знаешь что, исключительный восточный хопощ. Угу. Тебе нужен? А тебе дали эти клинки, метательные топоры? Великолепный сюрикен мне дали. А мне топоры метательные. На. Зачем? Зачем ты мне дал? Зюрикен! Да, и зюрикены, у меня их и так до вига. Смотри, можно обыскать, кстати. Собаку жалко, реально. Жесть, что здесь было? И чё это за тварь, которую мы убили? Не знаю, просто какой-то чувак странный. Причем он мутант, но не мутант, или... И не стреляй так громко, чувак, это реально пипец как громко. Да. Мне тоже нравится, когда ты стреляешь. Ну хорош!